Что здесь? Это как сделать голову, смотрите. Как ее делают, как ее намазывают. This is your ears into the coat, and as long as you don't put too much in, the judge won't see or feel it. Все, Кать. Ну, швейники тоже на воск ставят. Я сейчас вот камеру. Ну, у меня тоже. Ну, да, он другой. You have to work it into the coat. Но он очень отличается. Лореаль. Наш от их лореаля. Okay, somebody got a white. Do you have a white? I've got a white for my hand. There were some wet ones. You had some wet wipes. Thank you. То есть видели, как она наносила гель, вернее, воск, то есть она его втирала в шерстинки, то есть как бы наполняла. Вот получили вот такую вот объемную. Okay. Ну как узверять себя, похоже. So I've put some wax in the coat, rubbed it in, and you can't really see that there's anything in there now. And then with the terrier pad, in, wiggle and out, in, wiggle and out. Он создает более толстую структуру волоса для моделирования. При начесывании она начинает держать объем. Теперь она расческа. Понимаешь, да? То есть она создала стенку волоса, да. Ну, собственно говоря, да. Could you pass me my green bag? I want four of the rubber things. Так, сначала массажная расческа, потом... Okay, can you let her shake? Shake. Good girl. And now we'll look at the head. These bits here are falling too far forward. Ну, смотришь, что мешает волосы последние три укладки. Ну да, шерсть падает слишком далеко. Ну, собственно говоря, да, это текстура помогает. Это как бы это для финишной уже обрезки. Да, смотрят и делают. Ну, вообще нежелательно. Терпим, терпим, осталось чуть-чуть. Это будешь красивая, красотка. Собака не Okay, that'd be about finished. То есть она не попадает при этой длине. То есть, в принципе, голова готова. Смотрите все на голову. Сюда тоже, пожалуйста. Люку покажись. Смотри, смотри, что. То есть, ну, еще просматривать какие-то мелкие моменты, то есть, в общем, как обычно. То есть сделали, смоделировали. И посмотрите, что еще, как говорится, это. А борода не длинная? Нет, я сказала, что okay. Вот уже. So it's a lot fuller than a lot of the heads I saw today. Шерсть гораздо более забитая, чем на многих собаках, которых сегодня пришлось судить. Вот это вот и пугает. Интересно, ты как сделать тех, которые менее забитые? Да, вот сейчас блондинка сделала. Это уже показали, как сделать. Как сделать? Sorry? Is it ready and suitable for sure? Yes, I would show that, yeah. In the UK, yeah. В Англии вот такую голову уже можно выставлять. А собаку какой тоже можешь показывать? Показывать свою кугу. Показывать можно. Ну, до сами собаки еще не дошли. Да, мы смеемся. What are they saying? So I just told that this head is suitable for shows in the UK, so just translated your words a bit change. And people are asking, what's about the rest of the dog? Yeah, we haven't got there yet. Ну, туда мы еще доберемся. When you look at this dog, he looks, she rather, looks thick in the neck. She has a lot of coat here. Мы смотрим, да, много шерсти толстовато выглядит.
So I take this coat. We want to keep the length, but take the weight out of the coat. Can you hold under the chin? Under the chin. Okay, so to thin the coat without using scissors, you pick it up and you pluck from quite close to the skin. Can you be translating as I speak? То есть такое прореживание идет. Угу. Довольно близко к коже, я так понимаю, рука держится, а не сама шерсть. То есть оставляется длина шерсти, как говорится, хотел бы длиннее, но... Для того, чтобы все было видно. От прореживания. Can I borrow your hand under there? This, we want to thin this coat out here because she looks thick in the neck. So we lift it up and we pull from underneath. Because I'm taking the weight out, can you translate? Она выщипывает вот так, как бы наклоняя из-под низу, опять же, для того, чтобы добиться, оставить длину, но сократить объем, потому что очень толстая. I want to take the weight out. Так называемое подсаживание шерсти при тримминге, ну, плакинговая техника предполагает подсаживание. То есть ты убираешь нижний объем, у вас верхний укладывается на него, здесь объема нет и ложится, естественно, плотно, но не так толсто. То есть получается, что вот здесь как бы прореживается, а здесь по бокам начинает уже начинаешь сниматься длина, да? Ну не длина, а или опять чистота. And we're blending the back of the ear. There's a lot of hair, so I'm taking the length and the weight out of that. А за ухом очень длинные волосы. Там мы убираем и длину, и объем. And that gives definition between the head. Чтобы сделать это, надо сделать разделение. Она подняла, да, она подняла вот так вот верхний слой и выщипала низ. But you still leave plenty of hair on the ear. Сохранился переход, хватало шерсти. Эффект длины и стройности. При этом получается. Шея. То есть в случае, как говорится, видите, да? То есть собаки, в принципе, отросшие волосы есть, они создают лишний объем. Сейчас их, в принципе, убирают как раз снизу, чтобы создать шею. It's very helpful having two people hold the door. Очень полезно, если есть два человека, которые как бы будут держать собаку. А можно погромче? Ну, полезно, когда есть люди, которые держат собаку. То есть, в принципе, это на самом деле... Ну, чтобы она стояла, как чтобы удобно было, человек, конечно. Да, делает, он не занимается этим. Работать. Все правильно. А то мы то сядем, то встанем, то ляжем, то прыгнем. Okay, remember doing from the ear to the jaw is head, and this is neck, with this big clump here. That's coming out. Ну вот сейчас она показывала разделение, вам просто там видно. Да, надо помнить, что от головы, да, и шею. Не надо забывать, где у нас голова, где шея. Ищем мы на данный момент шею. That gives, again, adds, separates the head from the neck. Стой, девочка, стой. Да, и работаем с определенной шерстью, да. То есть, как не лезем на чужую территорию. То есть не, с головы не убираем то, что относится к шее. Не пытаемся это. То есть четко определить надо линию. Научиться ее определять. Терпим, моя красавица. Значит, если она... В каком смысле длинная? Вот, вот не такая коробка, которую надо провести, а если вот длинная шерсть, что с длинной делаем? Так, спасибо. Мы здесь плотность убирали, а шерсть, длину шерсти мы оставили. А вот если вообще шерсть должна быть длинной вообще. Она, скажем так, нет, подожди, может быть просто слишком длинная. Ну, скажем так, одно дело, когда переросшая шерсть. Переросшая, да, вот это. Когда она в любом случае убирается, потому что она отмирает. Она некрасивая. Она отмирающая. Собака тогда будет в любом случае не в выставочном тренинге. То есть шерсть должна быть, скажем так, не надо доводить до состояния, когда шерсть подходит к этому максимальному. Okay, so her head is separate now to her neck. Отдельно, вот отделила теперь с этой части шею и голову.
видно разделение нам. You're adding length to, by taking all this out, we've added length to the neck. И мы удлинили тем самым ее шею. Шея удлинилась. Убрав объем, мы удлинили зрительно шею. То есть мы показали ее истинную шею. Вообще у собаки достаточно лебединая шея, как я ее называю. Она у нее достаточно длинная. Ну да, если смотреть, вот тут седаль, этот... Бугор. Седальщий затылочный бугор, да-да-да. То есть она практически довела вот эту шерсть до затылочного бугра, и на этом закончилась линия головы. Сразу пошла линия шеи, поэтому у нее шея активно показала ее длину таким образом. И при стайлинге, да, она ее вывела, эту вот как раз, да, направление поменялось. Угу. Ну да, она смотрит, что есть же зона роста тут, во-первых, наша боа и так отрастает, она более длинная у всех животных, да, и более плотная, да. А вот по бокам начинает чуть-чуть. Она, да, и красиво уходит вот туда, вот, да. Сейчас я развернем. When you go over a cairn as a judge, you want smooth lines, so that's what you need to create with your judging. Many cairns today were upright in shoulder, short of neck, and then their top line started. Вот это неправильно, да, у многих было, вот до сюда была как бы голова, да, и сразу практически не было шеи, и сразу начиналась вот эта линия туловища. Рубленная форма, да, да, да. But if you leave hair here, если вы оставите здесь волосы, at the base of the neck, it flows better into the top line. Они будут вот так вот перепадать и образовывать плавный переход. A good judge will find you out, but a bad one won't. Okay, can I move that? Ну да. Ну потом выше куда-нибудь, если надо. Okay, so now she has a defined head, and you can see her neck. Имеет выраженную голову. Мы just blend her neckline into her chest. По длине, по сути дела, она общипывает ее. Делаем плавный переход от шеи к грудной клетке. Okay. Here her coat waves. So when you look at her top line. Волнообразная, так, да? It goes up, but it actually doesn't. So we need to attend to a top line. Что она сейчас сказала? Поднимаем линию. Так, и смотрим, да, ее. Okay, so she has this here. We take the ends out, and I'm plucking the ends. Мы видели вот тут слегка как бы торчащие волосы. Because I want to leave. Leave the weight, but take the length out, because I want to smooth off this line. And the same here. Сравнять, убрать эти волны, которые образовались. Угу. То есть приподняли шерсть и посмотрели, где что, как говорится, вылезло. Угу. Она берет правую сторону, и когда... And into her tail, she looks... Да, вот это вот как. We want to take that weight out there. Да, переход тоже сейчас сделаем. Если активно, close to the skin, активно to get the weight out. Здесь на объем убирает. Длину оставляет, а потом убираешь, чтобы убрать этот подъем к хвосту. Shake. Stop. Мам, спасай. Really good if you've got a mirror there. Очень полезно, когда есть зеркало. Не видно было. Кто-то сам тоже занимается, да, чтобы это было видно. И фонарик. So you take out lots of this because she needs a level top line. Идеально ровно. То есть волоски не должны мешать просматривать собаку. I know you're bored now, aren't you? Ты моя красавица.
Okay, so when you look from here, we've got a lump there. Mm-hmm. Done that side.